Хей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Chaosium. Так, я вернулся в катакомбы, потому что, помните, у нас здесь вот есть наверху проходик, да? Блин, я даже не знаю, как его показать. Там жертвенный ритуальный, короче, тотемик или типа того, и нам нужно отнести вот это перо красное. Черное перо. Так, во-вторых, я, по сути, могу сюда еще залезть. Да, я могу сюда залезть. Золотая корона. Нет. Я хочу в костюме гладиатора быть. А тут, скорее всего, что-то скрытое, да? Нет. Нет, нет, нет. Этих зомбаков, если что, я убиваю из двух тычек. Призраков я убиваю из одного. А скелетов вот, вот таких. Из двух. Двух, 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 двух. Так, теперь наверх. Да, все-таки нам нужно использовать все свое оборудование, где мы даже не были еще, и ходить в те места. Братские пучки. Вот. Мы положили перо этого чудика. А дальше я не знаю. У-у-у, пилы. Пилы. Аев. Вверх, вверх, вверх. Да ёлки-палки. Сейчас еще от этого и сдохну. Нифига не вижу. Воу, это что за чудик? Бурдалака. Да. Ты мразь, крыса. Да ёлки-палки. Как мне узнать, типа? Ой, будут меня из-под земли атаковать или нет? Раза. Я думаю, мне сюда нужно. Тихо. Ладно, пробегусь. Он довольно глупый именно в атаках. Как сказать, глупый. Медленный. Ага, вылез все-таки. Говнюк. Так, распылитель. Ядовитые облачки. Еще вурдалак. Так, монетка плюс 500, считайте, золотых. Парашют. Так,
Я знаю, где его можно заюзать. В двух местах пока что. Я знаю это точно. Первое место это где у нас сады. Там где сады. Там был ветряной уступ. Туда вот нужно сходить. В первую очередь будет. Потом еще у нас был участок в этом. Скажите, я вам скажу. Короче, участок. Участок. Не могу вам сказать даже. Короче, тоже на траве. Там есть специальная зона. И вот на той зоне. Короче, там, где можно пролететь. Там, где можно пролететь. Маги чертовы. Вурдалаки непонятные. Ух! А ну, в принципе, мне вниз нужно. Мое перо. Ладно, они мне все равно почти не дамажат. Одному хп. Лучше ж мне так боссы наносили. Одному хп. Слушайте, так можно это... Нормально обследовать некоторые зоны. Серьезно. А нет, все-таки в разных участках я мне наносит типа разный урон. Допустим, тут 6, там, допустим, 5, да, все такое. Все в таком духе. Сохранится. Сохранится. Только тупанул и не в ту сторону пошел. Ладно. Не беда, сейчас быстро пробежим. Ноустопом. Только мне нужно еще понять, как в этот. В воде находиться и плавать под водой. Такой есть только два участка, где я могу под воду плыть. У меня нету с помощью чего. Бац-бац. А, гладиаторский меч, ну, такой себе. 50 на 50. Змей можно довольно легко обманывать. Заставить их плюнуть, потом грохнуть. Либо просто пробежать. Так, ладненько. Чёртовы сады, поехали. Мне нужно... Стоять, а почему я в сады решил пойти? У меня ветреный участок был. Знаете где? В этом.
И где? Что тут за синий кубик, мне интересно? Так, сейчас я посмотрю, что тут за кубик. Замки был у нас ветреный. Ветреная херь. Ага. Вот почему я сюда никуда не мог пойти. Здесь какой-то ключ нужен специальный. Короче, может, не будем эти всякие сундуки все открывать, а просто будем идти дальше. Типа, если приложат там купить, то купим. Поэтому гоу замок. Замок и... Зачем мне в замок? Так, ладно, поехали. Там же нету, да, снизу прохода. Сейчас я сначала до сохраняшки схожу. После сохраняшки мы с вами пойдем в ту херовину, там, где ветер дул. Кажется, это в замке было. Да, это здесь. Я просто уже не знаю, на самом деле, куда идти. Так, да, мне сюда нужно. Значит, идем быстро сохраняться. Сохранимся, идем далее. Тут я долетаю в... На траву, потом я уже схожу, может быть, один. Немножко кнопки перепутал. Немножечко. Ах. О, вот как я мог до сундука долететь, слушайте. Ай. Так, еще 500. Это уже у нас 1000 монет выходит. Так, еще какой-то свиток. Охранялка. Сохранейшн, сохранейшн. Здесь он бы по мне попал. Нужно запоминать количество врагов. Ради чего бы я, интересно, на этом бы дальше сражался? На гладиаторской арене. И по меч дали, щит, ну, щит. Одежду дали.
ловушке. Так, развилочка. Так, это мужичок, которого мы уже убивали на арене. То есть у меня 5 развилки. Ладно, погнали там, где ловушка. Я думал, это типа нажимные. Так, палаца. Урон меньше, поэтому нафиг надо. Палец. Давайте сразу к горгуле пойдем. Она более слабый противник. Ага, так он постоянно, да, туда кидает? Запомню. Но мне все равно нужен чертеж. Мне все равно нужен чертеж. Так, мне нужно какие-то вещи найти. Ах ты же зараза. Хотя бы не так уж много мне нанес. Приятеля, к тебе попозже приду. Ну, то босс какой-то. Там вниз. Там вниз. Я не знаю, куда я лезу. Я не знаю, что там. О, колесо фортуны. Давайте. Стоп. Главное, что. Так, мы получали плюсик. Значит, еще давайте плюсик на ХП. Максимум маны минус 2. Окей. Я понимаю, что там босс. Типа босса. Но я все равно с ним сражаться не хочу. Я лучше пойду в ту сторону, посмотрю, что там. Что они с этой стороны предлагают. Да, меня коцнули и... О! Так. Лопатка. А, эти могут переключаться. Стейк. Какой-то парнишка. Риперт. Ну, смотрите, в принципе, мы пацаненка спасли. Блять.
забыл пригнуться. Алёха забыл пригнуться. Гы. Да ёлки-палки, ты что издеваешься? Он меня все равно успел зацепить. Я ненавижу, типа, один защищает, один в атаку, блин, идет. Второй стоит, махает мечом. Мне нужно фулл хп, чтобы выжить. Да ёлки-палки, рано. Что это было? Приятель, что это за атаки? Так, короче, какой-то темный рыцарь. Разблокирован. Это тоже не оно. Все не то, что мне нужно. Так, сокращение пути открыли. Вот оно, но. Нотки. А, смотрите, а ну к... А я думаю, а в чем херь? Оно рандомно дает страницу. Классно. Буду знать. Ну все, теперь нам нужно отсюда выбираться. Давайте, короче, может тогда и закончим. Типа мы убили с вами босса, считайте. Или откроем врата и зайдем. Закончим. О, ладно, побежали. Хотя... Нет. Давайте мы закончим с вами здесь. Я вернусь потом в город, сохранюсь и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.